Выспалась? У тебя немножко лицо помялось. Сережа будет делать белый, а я буду делать прозрачный. Из пенки она нарисовала сердечко. Там есть наши где-то? Вон я Лену вижу. Девочки смотрят фильм «Один дома». Доброе утро. Привет. Всем привет. Как дела? Ты пишешь уже в своем блокнотике? А ты на русском пишешь или на каком? На русском. На русском. Ясненько. Пойдем завтракать? Да. Пойдем завтракать. Ксюшка, где у нас там? Детвора уже за столом. Ксюшка тут уснула у меня. Рано утром проснулась. Сейчас досыпает. Папа нам тут салатик сделал фруктовый. Салатик, почему не кушаете? Здесь яблочко, хурма, йогурт. Да, не кой. Сейчас папа чай принесет. Папа сегодня завтрак готовит у нас. На каток пойдем сегодня? Ну что-то солнышко обещали. Но солнышка нет. Вообще сегодня прохладнее. Сегодня 5 градусов будет. Попрохладней. Спасибо, спасибо. Каролина, хватит. Если ты не хочешь завтракать, можешь выходить. Все? Не балуйся. Пей чаек. Приятного аппетита. Я не пойму, что ты смеешься. Сама над собой, что ли? Доброе утро, Ксюнь, еще раз. Выспалась? У тебя немножко лицо помялось. Немножечко совсем. Сейчас разгладится. Ну что ты здесь это? Смешинка в рот попала. Мы, наверное, тебя разбудили, смеялись. Да? Нет? Сама проснулась. Что ешь давай? Приятного аппетита. Может, ты спишь еще? Нет, уже проснулась точно? Вы что делаете? Я теперь здесь все играют с Каролиной, с этим домиком. А, я что, у вас русалка голая? Ну, нет. Нет у нее ничего. Марго. Что ты делаешь? Конфеты ешь? Нет. Да? Ну-ка, смотри сюда. Нет. Смотри сюда. Чего? Конфеты ешь? Открой рот. Нет. Открой рот. Нет. Открой рот, говорю. Конфеты лежит, ест. Почему палочки на полу валяются? Ксюша, пол, ковер липкий, палочка на полу валялась. Зачем пену туда наливать? Ксюнь. Ты что там быстро высматриваешь? Ты не смотришь, надеюсь? За соседями следишь? Нет, я эти ракетки смотрю. Видно? Знаю, что это. Да, ну здесь вот такая вот, здесь такой как лейзер. Потом ты можешь сделать куда-то. А здесь, здесь он и off. Включить и выключить? Да, включить этот лейзер и выключить. Вот. Влазит постоянно. А вот здесь и зачем? А, педалька там да, есть, да? Педаль, вот. Тебе надо ткань какую-нибудь. Сейчас я тебе ткань найду. А вы в школе тоже на бумаге учитесь? Нет, мы уже учились. Уже учились на бумаге? Уже на ткани. Сейчас я тебе найду какую-нибудь ткань. Вот.
Надо батарейки купить. У нас батарейки все закончились, ни одной батарейки нет. Да, видно. Где видно? Ничего не вижу. Да, видно. А что там видишь? Я белое вижу просто. Да, белое, потому что я на этот дом. И сейчас останетесь дома одни. Мы сейчас с папой быстренько съездим по делам. Они к нам еще вниз пойдут. Да, смотри, какой слайм получился. Ксюшка себе слайм сделала, он вот какой уже хороший получился. Он совсем крутой. Угу. Очень крутой. С пастой. А я делаю красный. Угу. Сколько вы уже сделали? Ксюша сделала уже 4? Да? 5. Сейчас еще один будешь делать? Какой-то будешь делать? У меня этот не получился. Почему? Не знаю. Я добавляю пасту, но он все равно был твердый. Может, больше водички добавить надо? Да. Может быть, больше водички добавлять? Нет. Нет? 15. А если много добавишь, он не загустеет? Нет. У тебя еще блестки остались? Еще много, да. Здесь, да? Я здесь для пупси, пупси. Ладно, все, мы поехали. Потом приедем, поедем на каток. Покушать у вас там есть на кухне, слышишь? Покушать, я картошечку пожарила. Ребята, мы будем делать слайм. Я сделаю белый. Ксюша будет делать белый, а я буду делать прозрачный. Прозрачный. Теперь я пойду за моим. А нет, я не буду добавлять пенку. Или да. Да, я буду добавлять пенку. О, мама. Привет. Емеля. Сейчас я достану мой белю. Белю. Я знаю, если я сейчас добавлю пенку, то мой слайм не будет прозрачный, а он будет беленький. Да. Ребята, знаете, что я заметила? То есть, Ксюша, мне бы лучше не надо добавлять вот этот вот ароматизатор, потому что если я добавлю сейчас вот эту пенку, она будет пахнуть лимоном. И да, вообще-то нету смысла добавлять ароматизатор. Так что... Ну что, ребятки, вот я добавила пенку. Ксюша уже загущает. Я очень чуть-чуть добавляю. Да, мама сказала по ложечке. А я еще перемешиваю. Посмотрите, ребята, я добавила загуститель и мешаю. Смотри. Ксюша уже получилось. Потому что Ксюша взяла мало клея, я целую вот эту вот баночку. Я добавила еще пенки и теперь загуститель мешаю. И чуть-чуть белого клея. Да, немножко белого клея, потому что я думаю, что было сильно много пенки и вот почему он не загущается. Спасибо. Мой слайм готов. И Ксюшин тоже готов. Макс. Бабушка и Карина уже подошли. Я сейчас засуну шарики. Я краску не нашла. Не нашла ты краску? А я пойду поищу краску. Потому что я хочу покрасить мой слайм. Я хочу покрасить мой слайм. Ребятки, посмотрите, что Ксюшка сделала. Из пенки она нарисовала сердечко. Красиво. А я решила, что я добавлю пенопластовые шарики. Как я. Да, как Ксюшка. Смотри. Вау, посмотрите. Круто. Вот такой красивый розовый.
Нет, Макси! Ксюша. Не, вот это тут тоже хорошо. Так, ложку. Ложку мы вот эту вот можем взять. Так, нальем немножко клея. Все. Все, больше не надо, это не... Вот он слайм. Сейчас мы добавим еще. Все, Ксюша, все, все, все. Так, еще добавляем не по ложечке. Мы сделали зеленый слайм. Похож на Гринч. Да. Все Гринч. Кто уже смотрел фильм Гринч? Он такой мягкий. Угу. Очень мягкий. И хорошо тянется, и кликает хорошо, и хрустит. Ну вот наш другой. Он тоже очень мягкий. Так, ну что, пришла мама домой, они тут слаймы наделали. Вот это прикольно. Это с молочком, да, пришел к нам сосед и принес подарочки деткам. Какой сосед хороший. Какой сосед у нас хороший, а? Ой, у тебя Маша? Да, это Маша. Так у вас Эльза, а у нее совсем другое. На, Каролина, тебе с молочком пить. Я хочу это. Кататься пойдем на коньках? Да. Наконец-то. Мы вчера собрались кататься на коньках. А там, оказывается, закрыто было. Не, не хочу. Я мама, устал. Ты. Угу. Мама, а что ты больше любишь? Пиццу или бургер? Не знаю, когда как. Я вообще все люблю. И то, и то. Макс, вы куда приехали? Спасибо. Девочки. Девочки, привет. Ну, смотри, я из Милитар пришла, она из Нордполь. Угу. Мы приехали кататься на коньках, собрались вчера, оделись. Девочки вышли на улицу нас ждать, а потом нам позвонили и сказали, что сегодня что закрыто. Поэтому мы приехали сегодня. Надеюсь, там открыто. Сегодня будем кататься. Сейчас там приехала наша сестричка двоюродная. Они, наверное, уже катаются. Открыто! Ура! Ура! Открыто! Посмотри, нет, народу совсем нету. Там есть наши где-то? Вон я Лену вижу. Вижу, вижу. Ушла перекусить. Это клубничный. Лучше бы лимонный. Ты не супермер, это ванильный тарта.
Ой, какая вкусняшка. Мам, ты идешь на седьмой фарфор. Ты чего, Каролин? Давай быстрей. Маргарита. Все, садимся. И у нас было в школе... А что ты смешала? Не, имеется в виду шарики все перемешала. Он такой классный получился. Я специально такой на светлый сделала. А как он у тебя получился такой розовый? Я не краску, а спрей такой спрыскала. Что я хотела, чтобы он был такой. Такой классный. Сегодня у нас ночует наша сестричка, двоюродная. Ксюша будет на диване. Ксюша будет на диване, а девочки где будут спать? На полу. На полу? Так вы там бы все поместились. И стоит так. Макси Сали, пожалуйста, Сали. Макси Сали. Берем бешеный. Ходам один. И хас кросс кейси. Какой фильм будете смотреть? Этот пацан тут. Я тоже буду с вами спать. Все. Нет! Да. У вас тут так хорошо, я тоже буду здесь спать. Да. Нет. Ты будешь на своей кроватке спать. А здесь будут девочки спать. Да, а здесь вы все не поместитесь. Макси. Макси, иди сюда. Макси. Они будут вместе с Томом и Джерри. Что вы будете смотреть? Какой фильм? Какой фильм будете смотреть? Убирай. Каролина, ложись тоже. Вы с Андрой, мам, где другой слайм? Макси, иди сюда, кофту сниму. Иди сюда. Девочки смотрят фильм. Один дома. Первую часть. Мы, кстати, ее вчера смотрели, сегодня опять. Там все тут лежат. Это Каролина. Макс тоже. Макси, ты ложись, не мешай смотреть. Либо ложись, либо уходи. Чипсики там грызут. Время у нас 11 часов. Вы еще спать не собираетесь? Нет. Мы играем в карты. Что за правила там? А? А что за правило? А кто должен попасться? Черный. И если он попадется? Если он попадет, то ты... Ну что, то она выиграет? Проиграла. Проиграешь? Да, черный Питер. А как вы об этом узнаете, что ей попался или нет? А, мы берем. Вы друг друга забираете по одной карте. И когда два уже выиграли, и у тебя одна, он остался... Понятно. Давай, берите. А то время уже пол первого. Я хапона. Я дома, время. Йоханне. Уже пол первого. А, все, попался тебе черный Питер. Не знаю. Почему у нее две карты остались? У нее одна должна остаться или две? А, ну все правильно. Одна? А, ты спать не хочешь? Давай зубки чистить и спать уже. Уже не хочу. Да, хочешь, пойдем. По сколько карт? По все. По все? Все, я... И потом так вот по одному меняетесь, одинаковые выкладываете? Нет, сначала мы должны искать, если у нас есть одинаковые. Тут есть... А, и выкладывать сразу, да? И выкладывать. А потом, когда у нас нету одинаковых, тогда... Вы ищете у друг друга, забираете. Все понятно. Ты все уже? Варте мама! Yes, be the first! Oh yeah! Get on me!
Кто проиграет, тот будет спать с Тадурменом.